Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Тема маленької людини. Коли вона актуальна і чи актуальна вона взагалі? Ми будемо дізнаватись в нашій сьогоднішній програмі. І поцікавимось, що є символом сьогодення. Маленький чоловік. Мне всегда казалось, он незащищенный, какой-то обделенный, обиженный. Но он карабкается, выкарабкивается. Театр не просто любить, этим надо жить. Значит, люблю, не люблю. Любить можно там холодец или оливье, или не любить, потому что там майонез и зеленый горошек. Я все-таки считаю, что это, наверное, кукла символическая. А символизм в театре кукол очень популярен в последнее время. И человек, который посвятил себя театру, этой профессии, если он не любит театр, нічого хорошого з цього не буде. Сьогодні, друзі, я пропоную вам відкласти свої справи і відправитись разом з нами в місце, де казка перетворюється на реальність, а реальність – на казку. Де це місце? Зараз побачимо. Господа, привітики! Помните, что сегодня воскресенье, день, когда не хочется говорить ни о проблемах, ни о заботах, а просто немножко отдохнуть и сходить в гости. И сегодня мы с вами пришли в гости в удивительное место. Здесь живут удивительные люди, здесь живет сказка. Но мы рождены, чтобы сказку сделать былью, и поэтому сейчас мы с вами познакомимся с человеком, вернее, вы его хорошо знаете, мы пришли к нему в гости. Это актер Николаевского театра кукол Константин Гроссман. Давайте походим, поищем его, потому что здесь так все таинственно. Сейчас мы найдем Константина и поговорим. Ну и отдохнем, конечно, потому что воскресенье, друзья мои, нужно отдыхать. Пойдемте искать Константина. Ходили, бродили по театру. Устала я, честно вам скажу. Присела отдохнуть, а рядом со мной нашелся, наш герой. Нашелся наш герой Константин Гроссман, актер театра кукол. Театр – это вообще удивительный мир. Я думаю, вы согласитесь, друзья мои. Костик, как ты думаешь, театр – удивительный мир. За что мы любим или не любим театр? Или как ты думаешь, театр можно не любить? Нет, я не знаю, любите вы театр или нет. Знаете, как это? Любите ли вы театр так, как люблю его я? Дело в том, что человек, который посвятил себя театру, этой профессии, если он не любит театр, ничего хорошего из этого не будет. Я всегда говорю там, молодым актерам, или там те, кто хотят быть актерами, студентам, так как я сам являюсь студентом до сих пор. Господа, внимание, наш герой Константин Гроссман, студент второго курса. Да? Второго, да. Вот я еду на сессию, надеюсь, я ее сдам и закончу второй курс Национального университета театрального искусства имени Карпенко-Карова. Я всегда говорю, что чтобы идти в театр кукол, нужно иметь, вообще в театр, в искусство любое, нужно иметь такое страшное, неистребимое желание заниматься этим делом, просто гореть. Потому что вот так, перекантоваться, да? Не, не получится. Не получится, уже есть масса примеров, не только там в каких-то больших театрах, и в нашем небольшом театре, небольшом, но очень хорошем. Поэтому, если нет желания и нет... Тут, понимаешь, как любить можно родину, любить можно маму, в крайнем случае, жену. Костя, нечем добавить. Вот. Но театр не просто любить, этим надо жить. Значит, люблю, не люблю. Любить можно там холодец или оливье, или не любить, потому что там майонез и зеленый горошек. А театр, ну надо этим жить, дышать. Ну это вообще особая какая-то жизнь. У нас среди прочих билетов экзаменационных, вступительных, там, государственных, есть вопрос, что можно в театре, ну как-то он так звучит, что можно применять в театре кукол, какие выразительные средства, есть ли какие-нибудь ограничения? И ответ, он очевидный, ограничений нет. В драме, в мускомедии, в опере, там, а в театре кукол вообще нет никаких ограничений. Что хочешь, что и делай. Тут может и летать, и превращаться, и желтое становиться красным, круглое, квадратным, все что угодно.
Как художник с режиссером нафантазирует, все это возможно. Мы постоянно что-то ищем, придумываем, постоянно что-то, это вообще особый мир. Вот в университете в предыдущей сессии мы с коллегами, нам все, ну я самый взрослый, мне 46, 40 есть, 35, 36, 37. Вот. Солидные студенты, да, взрослые. Да, очень разгильдяй, да, вот как я, которые раньше всю молодость прогуляли, а теперь думаю, это же образование, значит, я же без высшего образования никуда. И желательно магистрское, чтобы оно было. Но я пока это, тащусь до бакалавра, а там будет видно. Вообще хочу магистратуру, аспирантуру хочу, и получить диплом, и пенсионное удостоверение у меня получится одновременно. Замечательно, Костик, чудесные планы. В одну руку положат диплом, в другую пенсионное удостоверение. И мы там придумали такой этюд интересный, вообще из полиэтилена, из каких-то ленточек, из дождика, ну вообще такой бред. Вроде. Мы когда репетировали, со стороны человек не посвященный, может подумать, что это бред, больные люди, надо лечить психбольницы. А потом, когда это уже все готово, свет появляется, музыка Вивальди, замечательные времена года. И вдруг слышишь такое в зале. Оно действительно, потому что вот видео смотришь, да, взяли просто вот эту пленку, которую в ремонте закрывают мебель, чтобы пыль не попадала. И вот так растянули ее, и сделали вот так раз, и купол получили, и уже Потом вот так вот завернули ее, потом какую-то метель придумали, потом еще что-то, потом добавили. В общем, это, конечно... В общем, творчество не имеет границ никаких для творческого человека, да, Константин? Да, сейчас стал моден, в моду вошел перформанс, так называю. Я все никак не могу понять, что это обозначает. Я понимаю, что такое необычное, такое вот. И мне было непонятно, пока я не увидел несколько спектаклей Марины Назаренко. Есть такая там в Киеве, она и преподает, и режиссер очень интересный, тоже своеобразный. И несколько спектаклей вот европейских театров. Там у них все тоже, и все время думаешь, как? Как они это придумывают? Я сейчас загорелся такой идеей сделать спектакль в театре кукол без кукол, с фактурой. Фактура. Хочу взять поролон, сделать полоски, что-то вот из него такое придумать, какое-то вот что-то такое вот выкрутить, вымутить. Господа, внимание, спектакль в театре кукол без кукол. Автор... Наш сегодняшний герой Константин Гроз. Еще рано говорить, кто автор, потому что я думаю, что будет работать. Идея это твоя? Идея не моя, идея европейская. Я просто придумываю сюжет, придумываю ход и так далее. И, к сожалению, все идеи уже разобраны. С 17 века начиная. Встанешь, бывало, утром, начинаешь, я помню чудное мгновение передо мной. Потом вспоминаешь, что это уже до тебя Пушкин написал. Так обидно становится. Все написано, все сыграно, все придумано. С каждым годом все тяжелее и тяжелее. Боже, Костик, а как же жить? Весело, радостно. Как? Радостно. Потому что новое – это хорошо забытое старое. Вот забудут хорошенько все, что было придумано. Можно его выдавать за свое. Слава Богу, у нас агентство авторских прав работает прекрасно. И выдают они авторские права направо и налево. Поэтому они же тоже многого не знают. И выдаешь они, ух ты, ё-моё, да, оно, оказывается, уже было когда-то давно. Ну, это все, конечно, шутки шутками, но хочется чего-то новенького, свеженького такого. И постоянно вот я... Вот смотрите, друзья мои, это друг Константина Гроссмана. Да, подсмотрел у своего коллеги винницкого бутафора, мастера, Толика Молдована, такую вещь, я немножечко ее доработал. И это такая вот штука интересная. Вот может один актер, вот такое вот существо, да, один актер может... Работать вполне, он может на шпагат садиться, там, и бегать, там, куда-то там смотреть вдаль, вот, может что-то наклониться взять, ну такое вот, да, чудо такое. Я сейчас машинки придумал, чтобы руки могли не так работать, а вот выпрямляться вот так, и там у меня лежит в мастерской такая машинка, чтобы он мог вот так работать, то есть он может все что угодно. У него нет лица, но он очень выразительный. Да, но он так и будет без лица? Ну, я не знаю. Нет, наверное, будет с лицом все-таки. Ну, какое-то очень простое, потому что, ну, я все-таки считаю, что это, наверное, кукла символическая, а символизм в театре кукол очень популярен в последнее время. И, ну, вообще много разных.
А, Константин, если символическое, то именно в чем? Что оно будет символизировать? Да, да. Ну, вообще тема маленького человека в огромном мире всегда актуальна, потому что маленький человек мне всегда казался, он незащищенный, какой-то обделенный, обиженный. Но он карабкается, выкарабкивается, он себя ищет, он чего-то добивается, достигает. Мы же все когда-то были маленькими человеками. А мы сейчас маленькие люди? Ну, это кто как? Мы с тобой, вот ты и я, телезритель. Да, я 1,80 лично, я маленький человек. Нет, господа, Костик совсем не маленький человек. Для театра кукол даже очень большой. Нет, маленький человек — это же не рост, а это состояние внутреннее, как он себя ощущает. Вот есть люди, я с годами становлюсь какой-то такой сентиментальный, такой слезоточивость у меня повышена. Я могу по любому поводу плакать. Я не знаю, почему это происходит, но это уже, наверное, это... Нет, Константин, я отвечу тебе. Очень юным свойственен максимализм. А люди, когда достигают определенного возраста, например, немножечко пожив жизнь, они понимают, что максимализм – это не всегда правильно, и это не повод для того, чтобы все рубить с плеча. Просто приходит небольшой опыт, ну как, мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. А есть все-таки мудрость, она и заключается в том, чтобы не рубить с плеча, мне так кажется. Возможно, да. Но ты знаешь, мне кажется, что мудрость – это понятие растяжимое. Иногда мудрость приходит в 30 лет, а иногда не приходит и в 90. Поэтому это такое дело. Вообще, что считать мудростью? Мой учитель мне говорил, и говорит сейчас, он жив, все хорошо. Он говорит, ты знаешь, чем отличается мудрый от умного? Ух ты, а чем? Вот. Мудрый никогда не допустит ситуацию, из которой умный легко найдет выход. Понимаешь? И поэтому, когда я попадаю в очередную халепу какую-то, начинаю думать, я вообще мудрый или умный вообще, если я допускаю. Во-первых, вспыльчивость. Ну, актеры, люди и режиссеры эмоциональные. В сердцах чего не скажешь, да? Ну, не только актеры, и вообще мы все с вами, друзья, мои люди, да, эмоциональные. И мне почему-то всегда казалось, что мне рацио преобладает над эмоцией, но в последнее время я такой псих стал, честно говоря. И потом очень жалеешь, потому что очень часто обижаешь именно близких, тех, кто рядом. Ну, не будешь же ты незнакомого человека там посылать куда-нибудь или орать на него, нет. Кого? Кто близкий? А потом становится стыдно перед самим собой и перед теми людьми, конечно. Но если находится там мудрость и совесть, извиниться, извиняешься. А бывает, что забываешь, и так все остается. А нужно накапливается, а это плохо. Поэтому, уважаемые телезрители, если вы случайно кого-то словом или делом обидели и незаслуженно, ну, не посчитайте за труд. Просто извинитесь, причем улыбнитесь и сделайте это искренне. Чтобы потом в следующий раз, когда вы будете на человека орать, да, чтобы он уже это мягче воспринимал. Например, вот так. Да вообще жизнь, конечно, прекрасна и удивительна. Вот сейчас в театре отзвучали последние ноты новогодней кампании, как мы ее называем у себя. Пережили, да, новогоднюю кампанию? Ну, я эту формулировку не очень люблю. Что значит пережили? Мы для этого же работаем, когда говорят, фух, ой, тяжело, и устали, мы передать тяжело, а кто обещал, что... Вообще, это очень неудобный, очень тяжелый труд актерский. И неблагодарный. Ну, я имею в виду не восприятие зрителям, да? Зритель у нас очень благодарный, очень. И у нас есть книга отзывов, там даже дети, которые знают только там 4 буквы, вот они эти 4 буквы в знак благодарности, ну, не умеют они писать и читать, поэтому они пишут те буквы, которые научились писать, это дорогого стоит. Дело в том, что мне всегда грустно, мне очень грустно, когда вот вроде бы все закончилось, все, последний аккорд, зритель вышел, и такая пустота, и такая тишина, и такая грусть. Ведь мы же готовимся, какие-то костюмы, делаем маски, придумываются диалоги, песни пишутся под Новый год специально, там танцы и все такое ставится. И потом вдруг бац, и все. Да, я согласна, Костя, это сложный период, когда все заканчивается, причем оно обрывается резко,
И, опа, а что же делать дальше? Но в этом году повезло нам, повезло. Оборвалось, нет, вот оно оборвалось, потом день как-то мы вдохнули свежего зимнего воздуха, и через день у нас уже Ханума. И 4 дня подряд спектакль Ханума, 13, 14, 15, 16, вот вчера отзвучали последние ноты грузинской музыки. И как-то вот хорошо, вот чего-то не хватало. И вот мы этими 4 спектаклями насытились вот так полностью, и теперь со спокойной душой мы можем отдохнуть. Вот воскресенье, понедельник, красота. Ну, потом опять у нас начинаются наши трудовые будни, спектакли, сады, школы, центры. Костик, ну, у творческих людей трудовые будни несколько отличаются от трудовых будней других людей. Хотя у нас все люди, конечно, безусловно, очень сильно творческие. Но творческая жизнь актера, она все-таки отличается от жизни обычного человека. Видите, скажу такую фразу глупую. Конечно, насмешу своих коллег, видимо, но так должно быть. Актер, он работает над собой 24 часа в сутки. Ну, так должно быть. Он должен постоянно какие-то, особенно куклы, да, постоянно что-то с руками. Меня вот фокусники этому научили, я когда в цирковом училище учился, в эстрадном отделении. Там фокусники, они постоянно монету крутят между, постоянно, то одной рукой, то... Они постоянно, 24 часа, они только спать ложатся, и то, по-моему, во сне продолжают, чтобы руки. Поэтому выходят многие в люди. Ребята, которые с нами учились, сейчас все в Европе. Здесь они приезжают сюда, переодеваются, бреются и опять идут в Европу на полгода работать. Вот, они хорошо стали, потому что они вложили, и они теперь имеют право получать дивиденды. И это так должно быть, конечно. И в этом университете нас учат. Учат ежедневным. Меня научили, вот на прошлой сессии, например, такой Олег Олегович Раенко, замечательный абсолютно актер, в общем, невероятной скромности человек. И мы когда узнали о нем всю его подноготную, сам не говорил, мы случайно книгу там купили о нем, тоже там много написано. Мы, конечно, были удивлены, невероятно. Он научил такой актерской гимнастике шикарной, которую могут делать все люди. И покажешь? Потом, после передачи. Сейчас? А чтобы телезрители увидели? Ну, хотя бы два-три упражнения. Будем, не будем. Нет, там комплекс. Там 2-3 упражнения. Начинается все с рук, голова, ноги, все тело. На напряжение, расслабление. Это очень хорошо. Это типа йоги? Нет. Актерская тренажка обычная. Замечательная. Я сейчас занимаюсь этим каждый день. Дома ли, в театре ли. И это замечательно. Бывает, приходишь, мы же живые люди, нам же тоже не чуждо ничего человеческого. Мы тоже можем быть сонными, тоже можем быть там какие-то раздраженными, полениться. А вот я делаю уже, пока вот я ее делаю, все, у меня все куда бы девалось. Вот моментально приходишь в тонус и готов идти на сцену работать. Это очень здорово. Поэтому в нашей профессии мне когда-то, как и физически, так и душевно, надо быть все время на стрёме. Не позволяет душе лениться, что в воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день и ночь. Да. И то же самое у нас. Постоянно надо быть на стрёме. Постоянно надо быть, потому что профессия обязывает. И у нас работают актеры, старше меня даже, коллеги мои, замечательные. И несмотря на то, что, скажем, уже там где-то за 56, за 60, они постоянно вот такие, привычка. Они даже репетируют иногда, давайте сейчас быстро пройдем, просто вот пробежимся там по тексту, просто вспомним там куклу. Есть такие, недавно работали, просто вспомнить. Так, полножки, вспомним. Не получается у них полножки. Не получается. Начинают работать, через 20 минут репетиции вдруг они понимают, что они полноценно играют спектакль. То есть они отдаются сразу. Абсолютно. Как-то совершенно это непроизвольно. Это в крови, это привычка. Все, это бацилла уже непобедима. Антибиотики не придуманы против этой бациллы, которая называется театр. Театр кукол в частности. У нас даже своя есть организация, УНИМА называется. Я уже 2 года как член этой организации.
мощная организация. Кукольники все друг друга знают. Вот кукольники Украины, мы более-менее друг друга знаем все. А если не знаем, где-то на фестивалях там появляются же новые актеры, режиссеры, и мы все знакомимся. И в кукольном мире многие знают, ну, кто пришел не на 15, не на 2 дня, а навсегда в профессию, знают многих. И корифеев, и метров, и, ну, знаем мы друг друга, и знаем российских, и молдавских, и белорусских, и так далее. И известных европейских, прибалтийских мастеров. И у нас такой, как бы, кукольники, кукольники, такой. Кукольники крепко держатся за руки. Да, да, вот у нас особая страна, особое государство. И директор наша Виктория Петровна Терещенко, она часто об этом говорит, что в этом театре работает 14 уникальных актеров, людей, уникальных. Потому что, к сожалению, ну, мы чего-то с драмой все время у нас какие-то, ну, не в, там, в университете, здесь, слава богу, все нормально, потому что у нас иногда в наших спектаклях участвуют актеры драматических театров, и, там, нас куда-то приглашают и так далее, и, там, кино, телевидение, все такое. Но у нас актер театра драмы с куклой не сможем. Мы без куклы сможем, как драматические артисты. А драматические артисты с куклой не смогут, потому что это надо... Кто, у кого нет кукольного образования, или кто приходит, допустим, из драмы в куклы. Ну, вот интересно, мало ли, как жизнь складывается по любому поводу. И с куклой очень тяжело. Это со стороны кажется, ну что там? Ну, вот, а нет, это только со стороны кажется. Я сейчас покажу, да, вот это вот все. Вот это вот. А теперь я тебе давно повторю. Давай, подержу микрофон, я не убегу. А я не усомнюсь. Ну, попробуй. Друзья мои. Вау. Ой. А, да? Да уж. Кукольник из меня. Сейчас, подождите, у него же еще руки двигаются. Да. Сейчас. О. Нет, это надо одновременно. А, одновременно? Да. Костик, лучше пусть каждый занимается своим делом. К сожалению, я с куклой пока не смогла. Но с другой стороны, если хотеть, то можно ж попытаться овладеть этим искусством. Это же не самая сложная кукла. Вот марионетки есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять нитей. Десять. И каждая нить, она исполняет свою функцию. Вот это ноги. Вот это руки. Вот это спина. Этот колорит грузинский. Это голова. Это армянин. Армянин. А? Это вот. Да, да. Судя по глазам, по этим печальным глазам, да. Да, ну он не очень печальный, на самом деле. Он такой строгий очень, но справедливый. Вот, поэтому каждая нить выполняет свою функцию. И это 10 нитей, это не предел. Есть куклы 40 нитей. У нас нет в театре, ну без надобности. Друзья мои, мы хорошо смотримся вместе, правда? Да. Здравствуй. Боже, Костик, слушай, он настоящий. Мама, это дорогая. Это я ему сам делал эти все. Телезрители, ужас. Он настоящий. Почему ужас? Это же здорово. Это здорово. Да, ну как-то хочу вам сказать немного. Пока-пока, друг. Ми ненадовго залишимо нашого героя, але неділя продовжується, а значить і розмова з актором театра «Ляльо» Константином Гросманом теж чекає на вас, друзі. Ну, а що день завтрашній нам готує, почуємо саме зараз. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 31 січня – святі святителі Афанасій і Кирил Олександрійські, а також святий преподобний схімонахій Кирил і схімонахиня Марія, батьки Сергія Радонежського. Ну і мороз. Птахів на літу збиває.